Какими фактами, какими мыслями оперируете? С такой какой-то необыкновенной проникновенностью, гордостью за свою страну, это все было в их глазах. Когда они все это увидят, услышат, они же так не пропустят мимо. Если их было там десятки, то об этом будут знать уже тысячи людей. Даем то, что у нас есть белорусское, перенимаем, что есть у россиян. И очень примечательно, что молодежь очень активно участвует. Мы сможем и нести воспитательную роль. Мы действительно видим, что вот эти идеи, они уже очень близки генетически для белорусов. Чтобы мы могли рассказывать нашим учащимся, родителям и педагогам о том, что происходит. Будет все хорошо. Вы точно знаете, как это сделать. Поэтому, если у кого вопросы, в Рогачевский район. С удовольствием примем. Ток-шоу «Пушкина 8». Жизнь Гомеля и области в лицах и комментариях. Все самое интересное из жизни региона, как на ладони. Экономика, культура, социальная сфера и спорт. Только компетентные специалисты и полезные темы. Скоро в эфире. Будет интересно.